Тоже это у нас плавает. Так кто же он у нас все-таки? Тоже это у нас плавает. Ни хрена не пойму. Что, вы тоже плавать умеете, что ли? Это же рябчик. Маленький-маленький рябчик. Так. Надо спасательную операцию проводить. Переплывет? Нет, теперь. Ну вот, мокрый весь рябчик. Или все-таки глухарёна? Да нет, рябчик. Глухаря-то должны быть в это время побольше. Рябчик. Водички, видать, на это самое, на хлебался, видать, рябчик. Да не бойся ты. Сейчас мы тебя на улицу выведем. И как его, лез туда, на ту сторону надо. Так, ну понятно. Вот эта вот собачка выводок распугала. Нора Ивановна бессовестная распугала. И вот один из них залетел в эту, в воду. По прямой-то они в этом возрасте хорошо летают так. Неплохо летают. Видишь, у них особенность какая, крылья. И в это время они это. Там, видать, кто-то его брат, сестренка или кто там. А нет! Слышь, это, оказывается, глухаренок. Вон же Копалуха. Точно. Копалуха же это. А это Копалухин сыночек или дочка Копалухи. Так, надо на ту сторону перенести. Она будет пищать. Или сюда отпустить. На сюда отпущу. Сейчас собака найдется уже. Блин. Это вот уводит от своих. Так, давай сделаем так. Пока ты у меня побудешь, да? Так, ну собаку привязал. Обратно привез малыша. О, молодец, на ногах держится. Сейчас там наверх подымем, да? Подсохнет, стоит. Ну вот, это вот мамка Копалуха, да? Семейку пастись на этот луг. Завелась, видать, с лесу. А этому моя дурочка отрезала путь по бегу к лесу. И они, вот семейка некоторая, часть семейства, короче, по-любому в этом лугу прячется. Если они кормиться заходят насекомыми. Тут еще насекомых-то. Этих вот так вот идешь, просто под ногами не замечаем. А их тут очень много. Помню, как-то это самое замеряли, да? Там сколько биоразнообразие тут очень большое. Но в таких лугах, ну здесь не знаю, по крайней мере в Иркутской области, как-то мы считали, нога такого луга, да, полтонна. Живой веса полтонны всякой разной живности. Может, я неправильно посчитал. Но, по крайней мере, очень большое количество живности насекомых. Так уж, вот здесь мы его и отпустим, или в кустик туда вынести. Ему уже подсохнуть надо. Но он сам, наверное, выберет сейчас, куда пойдет, да? Ну-ка, так вот положим тебе. Ага. Смотри. Вот они-то привыкшие прятаться. Все равно шоку-то сколько. Человеческие руки. То все. Понаблюдаем за ним маленько. Выбился из сил.
плавать-то эта птица не предназначена. Я тут думаю, утенок что ли? Что за птица, думаю, на худой конец. Я тут думаю, кулик, куличок. А нет, оказывается, этот. Знаете, как они быстро бегают. Ноги-то у них крепкие, о, молодец, уже ищет место, где спрятать. Все равно она сейчас маленько подсохнет. Мамка прилетит, захочет, захочет. Он услышит и убежит. А остальные здесь прячутся где-то. По-любому. Где-то в этой части прячутся. О, нора разобиделась. Ржет-то. Ладно. Удачи тебе. Выживет. Удачи тебе. Остальные где-то здесь прячутся. Они пока не наступят, двигаться не будет. Это значит. Все видно. Вон мы его оставили. Еще будет опасность подстригать тебя. Надеюсь, выживешь, станешь красавцем, глухарем. Или красавицей. Кополухой. Вот поэтому-то на охотничьи выгоде собаки должны быть постоянно на привязи. Тут даже это в правилах охоты даже есть. Там нельзя собаку отпускать на волю. Это время-то. Верь, птица, зайчики там. Птицы размножаются же. Она-то. А у нее-то охотничий инстинкт. Потребность такая. Кого-то догонять, доловить. Вот таких вот ловят, давят, съедают. Ну что, собаки там спросишь? Одно слово. Собака. Ну, хозяину, ага, согласно правил, приходится отвечать. Так вот, ладно. Кабалуха-то должна прилететь. Не, остальные здесь попрятались. Она спрятала детишек. Сама отвлекла. Где-то вот на этой елке она сидела, и моя дурочка на нее лаяла, хотела лаем сдунуть с елки. Она сидела, посидела там, улетела. Когда убедилась, что детишки все в безопасности, а этот, видишь, в воду упал. Ну, вот, полетел, короче, направление-то менять не умеет. Летать-то пока умеет, а вот направление менять не умеет. Видать, неправильное направление выбрал и упал в воду. Такая вот история случилась с нами. Ладно, будем дальше кидать спиннинг.